транспортное привлечение входящей данной организации, техники под управлением сотрудника клуба интересов Росстех для выполнения договора следственного подряда от 1 сентября 2018 года номер указан, заключено между ООО «Росстех», чем причинено качество транспорта, ущерб не менее 113 тысяч рублей. Вот и заход для этих показаний. Далее у нас все дело 31-го. Заявление Яков Спавина, Фоменко Николай Владимирович, заявлением данных хочет добровольно сообщить то, что в период времени с 27 августа 2019 года находясь на руководящей должности ему качественный транспорт, дал незаконное указание причинного сотрудника ему качественный транспорт и включение подлежащей данной организации техники под управлением сотрудника КУПа в интересах Росстех для выполнения договора следственного подряда от 1 сентября 2018 года заключено между ООО «ЧМО», ООО «СВЭЛ» и ООО «Росстех», чем причинен качественный транспорт, то вы поставка материальный ущерб от неполучения прибыли от оказания услуг данной техники. Один транспорт, который использовался, был автомобиль марки «Газель» 27.05, гос. Номер 5.36 ВВН 124. Готов дать подробные показания. Все, честно. Поддерживаете, да? Да, поддерживаю. Поддерживаете данные.